Всем привет-привет, вы на канале Улабплейс, меня зовут Ульяна, мы с вами продолжаем играть в Gone Medieval. У нас зима, самый разгар и... Ну и в общем-то, да, мы строим большое-большое здание. Я, кстати, подумала по поводу, возможно, каких-то защитных башен, на которые можно поставить лучников. Подсказали мне в комментариях, что... Лучников можно и на высоту ставить. У нас, правда, не то, что прям сильно много лучников. Так. О, волки какие-то там воют. Волки воют. Может, правда, у нас тут есть волки какие-нибудь. Это, знаете, на чиху 20 волков перебить. Сейчас глянем, кто тут бегает у нас. Хоть кто-нибудь-то бегает? А никто не бегает. Никто не бегает. Ну и ладно. Так, что еще я думала? Я думала, у нас вот все-таки откопали вот эту вот ямку. Я думаю, что мы сделаем из нее, наверное, столовую. Вот, столовую. Положим уютненький пол из дерева. Столик маленький, да, нам больше и не нужно. Стулья. Просто чтобы за столом ели. Приличные все-таки люди цивилизованные. Ну и что-нибудь симпатичное, в конце концов, да? Во, чтоб аппетитней, да, голову мертвого животного. И немножко щитов. Вот так вот. Все. Будет вот такой вот у нас уют. Тут у нас... Чего не хватает? Надо подняться. Вот с уровнями этими пока что, если честно, не очень удобно. Просто иногда не зацепиться даже. Видите, не выделяются. Вот так, ловушка. Вот. Из глины, да? То есть нам нужно больше глины. Глина у нас вот здесь. Ну, она вся под снегом. Ладно, подождем, пока расцветет. Агнес у нас занимается шитьем. И я очень рада. Потому что я все-таки очень-очень хочу, чтобы у нас... Все ходили в качестве одежды. Так. 32. Что-то тут не так. Почему шапку не распарывают? Вот интересно мне. Ну ладно. Кто у нас вообще... Нам еще нужны люди. Вот. Ну, на самом деле, мы для чего строим этот огромный зал? Конечно же, именно для того, чтобы людей... Больше людей. То есть нам же пригрозили, дескать, вы, знаете ли, популярны в этом районе. И к вам сейчас будут и почаще нападать, и почаще люди приходить. Так что мы тут готовим большое общежитие. Так. И это у нас из глины. Тоже, нет, глиняный кирпич. Короче, нам нужна глина. Я думаю, мы прям плотно будем заниматься. Даже нескольких людей отправим ей заниматься. Так, факел железа. Давайте вот так вот как-то сделаем. Я думаю, что можно и сюда вообще-то повешать... Какие-то щиты, ну как-то какая-то коробка такая ужасная, когда, знаете, вы ходите по городу своему и просто ужасаетесь, типа, что, кто, какой архитектор без руки сделал такую уродливую коробку каменную, что у нас стоит и портит тут вообще весь вид. А вот это я, такие коробки строю. Ну, вот этот мне дом, кажется, намного интереснее. Так, кто это у нас тут изможден? Кто изможден-то, елки-палки, у вас, между прочим, раз, два... Бысь. Опа! Новый поселенец! О-о-о! Леция сбежала от дикарей. Да, конечно же, Леция! Свет моих очей!
давай познакомимся. Давайте сначала с расписания. Так вот, что я вам хочу сказать. У них 8-часовой, 8 часов сна. 8 часов сна. Это рабочие просто на протяжении многих десятилетий воевали за 8-часовой сон. А ей вот все так запросто досталось. Так. Агнес у нас 16 портняшка, а это 0 портняшка. Но 17 столярное дело. У нас как бы есть человечек со столярным делом, Годива. Наверное, 14. Нормально. Леция у нас будет заниматься столярным делом и помогать с добычей, кстати. Вот так вот. Так, Лецию я надеюсь, что мы... Кто-нибудь залечит уж раны? О, все, залечит. И, конечно же, выбор сразу. Снимаем всю одежду, какую попало. И одеваем что-нибудь хорошее. Так, есть только блюдо, нефиг сырое есть. А, и, кстати, не познакомились же вообще с Лецией. Давайте. 98 килограмм, 154 сантиметра роста, 25 лет. Она у нас... Когда, короче, она, у нее гангрена, хуже заживают раны, и еще она тяжело работает, еще тяжелее подружиться. Ну а что делать? А что делать? Меткость у нее фиговая. Почему у них у всех такая плохая меткость? Ладно, Леция, давай. Ближний бой. Сейчас упадет же вниз, да? Упала. Ладно, вообще можно рвом, мне кажется, соединить вот так вот. Все. Все, тепло. 10-й день зимы. Вот и глина. А вот и глина. Сейчас мы все достроим. Тут глины дофигища. А это у нас что? Каменистая почва. Сойдет. Как-то на исследование подзабило, конечно. Забило. Потому что очень уж хотелось всех одеть. Одеть, укутать потеплее. А, ладно, Агнес. Слушай, ну некого же поставить реально на портняшку. Хотя, может, знаете что? Вот кого мы поставим. Мы просто поставим на исследование, не Агнес, а Годиву. Ну да, она хорошо в столярном деле. Но пускай она занимается исследованиями. Да, единичка? Да. Все. Чтобы мы могли только этим и заниматься. И враги у нас близко, через 11 часов. В принципе, все, кто мог какую-то броню надеть, уже надели броню. Опять снег. Но мы уже все выставили. Ребятки тут спят, непонятно. Спят, не спят. У нас тут еще крыша вон. Строится тоже. Строится, не строится. Что это у нас? Глиняные кирпичи. Глиняные кирпичи, известковые кирпичи. Просто царские хоромы, конечно, строим. Но я люблю такие амбициозные проекты, чтобы всегда было что построить. А это у нас железные слитки. Тут у нас глиняные кирпичи. Вот, хорошо. Супер, враги близко. Враги у нас во сколько? А, ну, в общем-то, день, да? 2 часа дня. Успеем все сделать. Набег. Мы отказываемся выполнять. Сколько? 7. Вот они. Вот они, ребятушки. Ну, у нас тут уже и ворот. Ой, ну, ворот у нас тут нету. Ладно,
Давайте готовиться. Не сделали мы никакие вышки. Так, все вооружены, все вооружены. Хорошо. Ну, все готовое. Будем просто толпой наваливаться, как всегда. Это самая лучшая тактика. Блин, их тоже толпа так-то, если посмотреть. С волками прокатило. Сейчас знаете, что я сделаю? Я сохранюсь. А то знаете меня. Я забываю постоянно сохраняться. Ну, мне кажется, это... Как-то я, не знаю, привыкла на Iron Man, что ли, играть. Ну, что вы делаете, балды, вообще творите? Ну, не, ну, как бы это не страшно. Но на чем мы вас сжигать будем, балбесы вы? Так, не поняла. И чего они через... Так, во-первых, ты отходишь. Но я не поняла, почему они прошли через наш забор. Забор не очень... Слушайте, у меня что-то прямо плохо все пошло. Тодрик, прям вали отсюда. Нет, вали, я сказала. Я не хочу, понимаете, делать вот эту вот кишку, да, классический способ защиты в ринге. Говорят, хорошо тоже все это действует. Но вот не хочу. Мне кажется, это все не очень честно. Так, девоньки, давайте все в юбках с копьями. Добьем. Не добьем, да и фиг с ним. Фиг с ним. Давайте, у нас тут кровью истекающих полно. Так, Леция. А, ну, вот эти вот похоронные погребальные костры. Новые построим. Не так уж дорого они стоят. Хотя надо подумать что-нибудь об этом. Так, Хенрик завлекается. Ты как ты можешь завлекаться тут? А, Агнес. А Эдгара кто заберет? Все, Эдгара заберет Хенрик. Да почему они мимо... Слушайте, ну это, блин, забор. Я строю это как забор. Не поняла, в чем вообще... Чего за дела? Видели, да? Он прям... Несется же мимо. Вообще не замечает забор. Это обидно, это обидно. Я так не согласна. Так, Годива, свет моих очей. Давай-ка. Тут опасное ребро, нет? Агнес, вот честно, я больше всего люблю Эдгара и Агнес. Если бы у них какие-то у поселенцев были взаимоотношения между, ну, друг с другом взаимоотношения, я бы прямо очень хотела, чтобы они любили друг друга. И там заводили какие-то семьи, потому что они действительно прекрасные. Прекрасные оба. Добрые, щедрые. Так, ну, не страшно. Так, вывихнутая критическая нога. Агнес, давай. Придется идти. Ну, тут средняя. Вудрик тут пожрать. Конечно, у него тут ребра, может, опасная. Торчит, наверное, вообще наружу. А он пожрать решил. Все, мы справились. В общем, мы справились. Все живы? Надеюсь, да? Точно все живы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Надо было заранее, конечно, пересчитывать. Но вроде все живы. Мародер, 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 мародер. Мародеры. Это еще перевязанное наполовину. Почему-то ты умудрились наполовину перевязать. Сейчас, конечно, все остановится. С другой стороны, еда у нас пока что есть.
И блюдо есть, и сырая еда. Но сырая, кстати, заканчивается. Она еда, о. Теперь голодает. Жители могут пойти поесть. Никто вообще не мешает это сделать. Ну, даже, ну, так. Я не понимаю. Вот я сделала им стол. Почему? Очень близко стол сделала. В чем проблема? Мне обидно. Мне обидно. Так, ты, Одрик. Ну, ладно, перевязанный. Может быть, и все хорошо. Все, скорость повышаем. У нас весна начинается буквально через сутки. Кстати, у нас достаточно много сработало вот этих вот ребят. Но все равно мы защитные сооружения, я думаю, мы берем. С кулинарией мы разобрались, у нас упакованная еда есть, она хранится. А, ух ты, механические детали. Что-то, это я не приняла, конечно, в расчет. И я что-то не помню, чтобы мы могли их делать. Вот куда-то. Во. Вот тут уровень. Механические детали. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, это есть. Вот это все есть. Все. Все есть. Все есть, значит, надо что-то исследовать. Ищем, ладно, детали. Где у нас детали? Оружие из дерева, очевидно, нет. Оперенья нет. Пушка из металла. Декоративные знамена точно нет. Броник. Вот надо броник изучать. Кузнечные. Вот они. Вот оно, кузнечное дело. Ладно. Будет чем заняться. Гадиви, да? Гадива у нас пишет. Вот и умничка. Вот и занимайся этим. Почему Лецию никто до сих пор не полечил? Все. Агнес пришла. Агнес... полечила. Эдгар, у него тяжелое сотрясение, ну, получше ему становится. Я так понимаю, тут у них пока нету каких-то болезней, да, которые могли бы как-то осложняться, да, то есть если не лежишь, то у тебя там будет заражение. Вот это вот самая бяка в Римворлде, это у нас вот эти заражения. Тут этого вроде нету. Так, сжигаем вдруг врагов. И уголь не трогаем. Уголь наверняка на сталь просто понадобится, я так подозреваю. Не знаю, что мы будем делать с нашими людьми умершими, пока они не умерли. Кого там опять лечить? Эдгара. Ладно. И Вилли. Слушайте, он прям сильно пострадал. У нас больше всего, мне кажется, лучники страдают. Я даже не знаю, почему. То ли самые голые, то ли что. У нас еще такая малышечка. Прям совсем крошка. Нет, со столами прям полный беспредел. Весна! Вот она! Вот она, весна пришла! Наконец-то! Так. Стол для базовых исследований я, наверное, все-таки поставлю сюда. Мне хочется как-то, чтобы все в одной комнате было. Почти, кстати, добили. Добили почти первый этаж, второй. Ну, крыша еще, понятно. Глиняные эти кирпичи, их делать долго. Но Леция, да, она такая девочка. Прямо ого-го. Главное, чтобы она себя не заперла тут. Все сделает.
сделать бы полы, да, крышу, можно было бы это все дело хотя бы отапливать, а то у нас тут вообще всем ветрам открыто. О, шапка наконец-то шьется нормально, я надеюсь, шапка. Нет. Зимняя одежда. Ну да, и распарываем. Кстати, летнюю одежду уже можно смело в приоритет ставить. У нас летней одежды вообще нету. А уже все-таки 10 градусов на улице. Девять, нормально. Все, пошли посадки, вообще классно. Весна — это прекрасно. Мое любимое, самое любимое время года — весна, несмотря вот на всю грязюку. Все равно весна самая классная, самая приятная. Мир пробуждается. Сырая еда, кстати, вот только-только закончилась. 8 морковок осталось, а мы уже готовы. Мы уже готовы к Новому году. Волчок тут какой-то попался, зря нам, конечно. Я думаю, не имеет смысла искать других животных. Нам их выдают ровно по штуке. Волчок, а ты чего убегаешь-то? Куда ты убегаешь? Ну что вот это вот за фигня, я так не поняла, если честно. Вода это или что? Так, я не поняла. Сейчас куда-то... Так. Волк? А, ну все, типа стоит. Просто нам не показывают. Ладно. Ой, может уже декоративные знамена поставить? В смысле, изучить, чтобы не смущало честных людей. Но нет. Все исследование, конечно, на вес золота пока что. Так. Еда есть? Хорошо. Вообще, кстати, зачем нам обычная еда, если мы можем делать роскошную? И очень просто, причем просто добавив травку. Жители голодают. Жители, идите кушайте. Голодают они на хлебнике. Так. Сейчас мы поищем ягоды какие-нибудь, конечно. Что-то тут уже должно пробуждаться. Еще я помню, в прошлый раз зимой у нас пробуждалось. Я вижу этот куст, но тут лестницу надо строить. А нет, есть лестница. Лестница есть. Так, и все, а другой ягоды у нас что-то никакой не выросло. Видимо, собрали в прошлом году. Ну и ладно. Ну и ладно, у нас вот здесь вот будет ягоды полно. Главное, вот только чтобы посадили ее. Так, кстати, вот так мы отключим вот эти вот светящиеся квадраты. Так, это у нас лен. Это у нас капуста. Это у нас морковь. Нет, свекла, травы, ячмень, лен еще. Капуста, ячмень, поле с морковью, поле со свеклой и смородина. Да, вроде ничего не забыла. Мне что-то кажется, что я что-то забыла. Ух ты, Агнес чем-то не тем занимается. А почему? А потому что наверняка тут что-то типа... Нет... В чем-то тут секрет. То ли у нас ткани кончились. А, ткани кончились. Все. Кончилась развлекуха-то у Агнес. А, ну ладно, нет, она прокачивала навык. Это важно. Это прям очень важно. Я думаю, что сейчас мы, в принципе, можем Агнес, например, перекинуть на сбор выращивания срезания. Потому что много чего надо посадить, собрать и срезать. А она тут
Это чего это она такое делает? А, я тут расставила березы же посадить. Вокруг просто, чтобы была, во-первых, какая-то защита, во-вторых, какое-то все-таки постоянное. Какие-то постоянные деревья, не в жуткий ряд вот этот, как крепота, хочется это скорее как-то срубить нафиг. Дерево у нас еще есть. У нас то есть сейчас основная нехватка это исследование и, кстати, лен. Возможно, его надо еще больше, если мы хотим еще больше какой-то одежды произвести. А сейчас у нас, я так понимаю, летней одежды нет вообще. А надо бы. Хотя сейчас, ну, сейчас 5 градусов, ладно. Шапки с шапками разобрались. Шапки пускай носят в любое время дня, если они не пожалуются на то, что им там жарко, холодно, еще что-нибудь, то пускай носят шапки. Так, ну, может, хоть бегает тут стая зайцев каких-нибудь? Нет, нет, нету никакой стаи зайцев. Ни одного вообще никого. Как тут из кожи шить что-то, если нам реально дают просто два животных в сезон? Жители голодают, жители голодают, жители, идите кушать, бездельники. Че, ничего интересного? Чем Магнус займется? Я надеюсь, что посадками. Играет. Молится, играет. Ну, как бы. Что с ней? Что с нее взять? Так, бронник может быть. Давайте-ка бронника изучим. Так, и разбираем. Место заканчивается. Все, и броник. Сейчас мы посмотрим, что у нас там с броней. Мне показалось, что ее довольно много. Мы тоже поразбираем всю, наверное. Ой, подождите, пауза. Колин кушал за столом. Наконец-то! Наконец-то! Я прямо рада, что просто если они, ну, то есть я построила, они не кушают. Мне было обидно. Так, никакого угля и никаких трупов людей. Но они, я так понимаю, тут над могилами особо не плачут. Я вижу грибы. Я вижу грибы. Так. Вижу грибы. Я не вижу ягод. Ничего, мы посадим свои ягоды с блэкджеком и всем прочитающимся. И у нас будут ягоды. Вот, уже тут у нас будет много ягод. Нам просто винишко нужно из них делать. Плюс это все-таки какая-никакая еда. Смотрите-ка, почти справились. Считаю, что тут не надо ничего окучивать, там прочую чушь. Вполне себе все готово. Так, что у нас тут? У нас дырка в полу огромная. Не поняла. Мне казалось, что тут были балки. Нет? Балочки, вручалочки. Вот, эти самые балки должны вот это поддерживать. Во. Все, это хорошо.
Первый этаж просто хочет топить. Каждый раз так мне говорят, что как будто они умрут прямо сейчас. Они всего лишь такие, типа, просыпаются, потирают животик, и такие, чё бы такое скушать? А выглядит прям ужасно. Годива, ты чё ты занимаешься не тем? Сейчас, секунду. Годива. У нее прям тройки, но она все равно кинулась. Почему? А, ладно, убежала. Все, ладно, хорошо. Просто хотела немножко активности на свежем воздухе. Зарядочку сделала. В принципе, если у нас так много фермеров, может быть, имеет... И, кстати, у нас много фермеров. Я тут просто подумала в том плане, что у нас не только фермеров, но у нас ртов дофига. Да, жители голодают? Жители голодают. Ладно. Упакованную тоже можно есть. Все кинулись сразу жрать упакованную еду. Ну, ладно. Ну, в чем их можно винить? Голодные люди, голодные. Надо больше точно сажать вообще. Потому что мы в прошлый раз сажали столько же, нам хватило на зиму прям идеальненько. Но если подумать, то, блин, извините, у нас стало в 3 раза больше. Это хорошее поле. Хорошее поле. Больше капусты. Больше морковки. Больше свеклы. Вот так. Все. Первый этаж определенно считается достроенным. Второй этаж будет достроен скоро. Это у нас чего такое? Ай, блин. Мой ёшкин макарёшкин. Они же покидали все свое барахло, и оно... под запретом. То есть я... Они где были, там и кинули одежду. Этого я, кстати, вообще прямо не понимаю. Почему они... То есть мне теперь как-то ее найти надо? Потому что... Ой-ой-ой-ой, кстати, о птичках. Зимняя одежда. Давайте-ка придерживаться. Количество, пускай будет 10 штук. А то она сейчас все их подраспустит. Очень быстро работают. Я прямо довольна. Втроем прямо бач-бач-бач. Так, и Леция просто без промедлений занимается у нас горным делом. Очень-очень не хватает пока что какой-то социальной части. Но я так понимаю, это следующий этап. Серия длинная уже, ужас какой, какая, ужас, ужас, ужас. Поэтому давайте-ка мы с вами заканчивать. Да, заканчивать. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии обязательно, чтобы мне, я понимала, что надо снимать дальше, а не начинать какую-то новую игру. И увидимся с вами в следующих сериях. Пока.